Всем привет, с вами Юзер, и мы играем в Радужные друзья 2. Как вы видите, смотрите, я поменял скин. Ну нет, я создал новый аккаунт, и там скачал читы. Короче, видите, вот это. Ну короче, да, вы видите, вот, перелез через забор, да, видите, вот, LM Hacker. Я не банти, я не хакер, просто хочу проверить, как жизнь у хакеров проводится, и вам это показать. Так, загрузка идет. Готово. В ожидании других игроков. Да, так вот. Видите, читы какие. Все это вам покажу в этом ролике. Так что обязательно смотрите до конца, он будет очень интересный. Проклятая мирная безопасность. Так, я уже проголосовал. Смотрите, как какой-то дед-пердед здесь притворился. Что это за дед вообще здесь? Так. Так. Я уверен, что это ваше воображение. Конечно, воображение. Ты сам вон ломаешься куда-то. Вот почему вы не помочны. Ладно, короче, мне все равно. Вот, выбегают наши зверьки. И эпичность начинается. Весело будет, да. Особенно с читами весело, блин. Совсем. Так, Эви. Там, какие у нас игроки. Так, видите, вот я сквозь стену. Вот. Опа. Да, конечно, видите, вот здесь. Опа. Я вон читер настоящий. Да, вот так, вот я и живу. Так, что у нас здесь дальше? Так, где мы спрятаться сможем? Здесь? Нет, так, вот здесь упасть могу. Блин, я сначала думал, блин. Так, ладно, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, playmod.net. О, посмотрите. Что здесь за штучка такая? Ладно, пойдем. Так, что у нас здесь есть? Прыгалка. А, блин. Я умер. Так, а что я здесь? Прыгаю. Блин, дайте, что здесь? Выключить прыгалку. Все, подождите. Здесь какой-то игрок, давайте. Опа, чес. Вот сейчас я уйду отсюда. Опа, смотрите, здесь друзья и радужные есть. Вот так вот. Вот смотрите, здесь он. Галочка есть, стрелка какая-то. Так, и что здесь есть еще у нас? Так, коробка какая-то, фонарик здесь какой-то. Мы уже смотрели это. Ну, ладно, короче, побежим прям туда, наверное. Куда еще надо нам? Ладно, так, вам это будет скорость как бы 10x, а мне как бы много. Да, вот так вот. Что здесь у нас? Лава какая-то. Ладно. Уйдем отсюда. Нам не нужна лава. Так, что здесь еще есть? Вроде бы ничего. Так. Там что за дом какой-то? Ладно, опять много. Вау, вот это да. Так, посмотрим, что здесь пусто. Там вон луна, смотрите. Так, что здесь еще есть? Так, ладно. Идем туда. Быстро опять, как обычно. Такая у меня читерская скорость сказать. Ну, как бы сказать, да, такая. О, вот это что такое? Синий цвет. Вот этот дед-пердед идет. Так, что здесь? Ждем. Чего ждем-то? Смотрите, там синий.
Смотрите, синий-синий там пробежал. Это... О нет. Скоро мы... Короче, не знаю. Приезд сюда был ошибкой. Ладно, короче. А мы что, здесь остались? А, блин, почему? Почему вот не работает? Ладно, телепорт сейчас включу. Я говорил, что ролик будет интересный. Не выключайтесь. Потому что сейчас будет сумасшествие. Короче, смотрите, у меня 4 часа есть. Мы можем включить Эви. Какие-то эффекты. Вот, смотри, как жрет. Все сожрал. Блин, я так не хотел бы. Сейчас заново умру и вам покажу, что я хочу сделать. Короче, смотрите. Сейчас я могу наблюдать. Или даже управлять игроками. Знаете как? Возьмем просто. Сделаем X-Ray. Все темное. Все, Multiplay, Dragonfly. Все, короче, ты умер там, короче. Все включаем там, World. Это все включаем. Все, сразу умер. Так, сделаем сейчас еще ресет. Так, что выключим? Вот этот спит. Все, больше умирать не буду, как сказать. Ну вот, короче. Смотрите, сейчас у всех экран черный. Все ничего не видят. Как бы... Вот. Если мы сейчас напишем, что это такое? Что это здесь такое, наверное? Вон 3 игрока. Короче, сейчас будет интересно. Реально, не выключайтесь, интересно будет. Хе-хе, это я сделал. Вот так, так. Я вас так сделала ла-ла-ла-ла-ла. А я здесь сделаю свои дела-ла. Как бы сейчас, если кто-то напишет, что это я здесь читерю, все, ладно. Так. Не, подождите. Фризи скрин. А, вот как. Короче, смотрите, сейчас все нормально здесь бегают. А я сейчас всем включу. Короче, здесь зашел в интернет, короче. Шам, все, не видно. Включим. Короче, смотрите, интересно так-то. Кто из вас жив? Я отвечу, я не. Так. Я хакерил. О, короче, кого-то уже поймали, все. Пока-пока. Хе-хе, да. Бруток какой-то здесь. Сейчас напишет нам комментарий под видео. Нафиг это ты сделал? Теперь я один? Нет. Ты будешь в темноте сидеть. Да, утро в этой игре тебя сожрет. Зеленый, голубой, там синий, оранжевый. Короче, там все тебя сожрут. Белые, розовые, коричневые, голубые. Я хакер. Все, пока-пока. Сейчас напишешь, наверное, включи. Я устроил это. Он в шоке, наверное, это. Я устроил темноту. Я управляю. Кто же, кроме меня? Да что ты пишешь? Ты что, не чувствуешь вроде бы? А, ну он в коробке, он не боится.
что кто-то нападет на него. Кто жив, кроме... Нет, никто не жив. Я жив. Никто, хихи, да. Сейчас впишем невидимый текст тебе. Нет. Да напиши, что ты боишься темноты. Воскрешай, что это? А? Воскрешай. Ладно. Он какой-то ТВ-мен. Она и так видит ТВ-мена. Нет, пока. Синий бежит за тобой. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот такой хакер, боитесь меня. Подпишитесь, или я с вами тоже так буду делать. Смотрите. Да, ха-ха. Сейчас тебе включим X2 Dark Mode. И стричь сейчас буду. Опа, опа, опа. Быстро, что быстро? До темноты, вот. Сейчас ору тебя. Я сказал же, ролик интересный будет. Смотрите. Опа, 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 опа. Сейчас скажет, наверное. Пошел. Вау, ты да, интересно-то как. Так, еще включаем, включаем. Что, меня что, выбросило? Ах ты ж такой. Блин, все, короче. Подписывайтесь, и я удалю этот аккаунт. Потому что хакером вообще не хочу быть. Всем пока-пока.